Добрый вечер, дорогие наши гости. Татьяна, вот вы взяли вот эту мою книжечку. Покажите. Угу. Почему именно эту книжку вы выбрали, можете сказать? Всем добрый вечер, добрый абхазский вечер. Мы вот, когда приехали сюда в Пицунду, хотели взять какую-то карту города, что-то вот просто местное. Но мы нашли гораздо больше, гораздо интереснее. Мы нашли... Я рада. ...автора Нину Белярова, которая пишет истории, легенды и вообще здоровски делает свои книжки с собственными иллюстрациями. Представляете? Мы даже подписали. Да. Подписала, конечно, таким гостям не подписывали. Это... еще не читала, но вот по вообще по иллюстрациям, по иллюстрациям, да? И вообще по оформлению, так кажется, сделано с любовью. Спасибо, я рада, что вы выбрали мои книжки и что вы именно вот выбрали с моими иллюстрациями легенды. Да, именно. Да, я рада. Ну, конечно, нам много чего экскурсоводы рассказывают, но тут уже все, вот уже все на бумаге. Угу. И вы не одна приехали, это ваш супруг Валерий. Ну, как вы проводите отдых? Он давайте. Мне здесь очень нравится. Это просто как рай на земле существует. Да? Вам нравится тут? Нам приятно это слышать. Здесь очень тепло. Да. На самом деле сейчас... Спасибо. Удачи вам. Свежих историй. Счастливо отдыхать.